До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Здравствуйте, мальчики и девочки мои, доброе утро. Сегодня договорилась с мистером Джонсом поехать с ним и договорилась на 7:30. Ну и, конечно, я опоздала. И что вы думаете, представляете, нашла этот рейндж сама. Приехала к нему домой, а там помощница говорит: он велел передать вам, что ворота будут открыты, чтобы вы подъезжали сами, они вас не дождались. А я говорю: а как же мне найти-то это раньше-то, я ж не знаю, там дорога-то 11 миль или 12. Ну, вы представляете, нашла, увидела, в общем, открытые ворота. И еду сейчас туда, надеюсь, туда. Надеюсь, я еду по правильной дороге. Если я не сейчас не... Если я сейчас не увижу этот рейндж, то я не знаю тогда, куда мне еще ехать. Сейчас посмотрим. Ой, какие колдыбахи-то, боже. Вот так вот пришлось на своей машине ехать. Посмотрим, куда мы приехали. Ну вот, я наконец всех нашла. Вы посмотрите, если вы помните, я показывала вам инструмент. Они будут давать лекарства коровам. И мы будем смотреть, как это делается. Вот они пойдут по этому коридору. Видите, тут сколько друзей. Окей. Ждем первую корову. Сейчас будем давать ей какую-то медицину, чтобы, знаете, чтобы червяки из нее выходили. Вот Дэйв, пожалуйста, которого вы все спрашивали, женат он или нет. Я только что спросила, он не женат. Вон, видите, идут. Сейчас мы будем смотреть, что они с ними делают. Ой, мне и самой-то страшно уже. О, май гуднес. Посмотрите, что. Вот это врач. Вот он, видите, делает укол корове. Видите. Что еще он будет делать, посмотрим. О, вау. Номерок приклеил ей. Вот такой вот инструмент, сейчас покажу. Такие вот инструменты. И вот она выбежала и убежала, корова. Первую сделали, теперь вторая. Раз. Укол. Боже, как интересно. Смотрите, она с этими инструментами берет номерок. Я не знаю, номерок или что, к ушам. К ушам они как серьги прокалывают, так же вот прокалывают и им. Мгновенная, конечно, боль, но как вот мы уши прокалываем так же. Сейчас я у мистера Джонса спрошу, что это на уши им вешает. Ой, бедная. Оказывается, эти штучки на уши вешают для того, чтобы они отгоняли мух. Они ушами вот так вот шевелят, и эти штучки отгоняют мух. Я не знаю, может, на них какой-то специальный раствор или что. Там очень много людей вот там, видите, задействовано. Мистер Джон, многие здесь помогают, видите? Мы думали, помощников нет, а здесь помощников столько, что ой-ой. И внук здесь, и еще один парень, который в прошлый раз был. Вот такое чудо мы с вами увидели. Они не хотят. Ну, это... Видите, какой дяденька тут. И все, они убегают и убегают. Oh. Doctor, make her come.
Им надо еще эту штуку-то сделать вовремя, чтобы не голову зажать, а шею. Она еще идти не хочет. Да, очень интересно. Я так рада, что я тоже с вами поделилась этим всем. Укольчик. Каждая корова имеет прививочку. Видите, и от мух. Ну, как бы ничего такого страшного нет, как я сказала. Мы же прокалываем себе уши. То же самое. Прокол. Мгновенная боль и все. Сейчас посмотрю, что вот они, эти штучки, которые приделают к ушам. На них медицина тоже какая-то. Я не знаю, что там. От мух почему-то. Смотрите, какой шприц. Вот я рукой держу. Видите, какой большой, огромный шприц. Вот как таким всадишь в попу. Так. У него целый чемодан инструментов здесь. И шприцы у него здесь, и медицина всякая. Чего только нет. Так, еще раз про эти желтые штучки рассказывай. Да, они от мух, и на них медицина, и со временем эта медицина еще идет в организм коровы, распространяется по коже, и от этого мухи не садятся на кожу, потому что как раз для мух неблагоприятная среда. Так вот они это делают. Все в шляпах, все нарядные, такие вообще обалдеть. Мистер Джонс очень серьезный сегодня. Ну, он обрадовался, что я пришла. Говорит, ты нашла нас. Я говорю, да. Видишь, он, видите, он и подает ему, помогает. Дает эти, насаживает желтую штуку и подает. Этот парень, вы уже его видели один раз, мы с мистером Джонсом ездили, он был с нами, Рэнди его звать, вот он. Они прогоняют коров с той стороны, чтобы они подходили сюда, там еще кто-то, много их. Ой, видите, сколько машин подъехало сюда сразу, и там тоже еще машина. Вот так вот. Что они здесь делают? Интересно. Вы знаете, это самая настоящая забота о своем. Боится, видите, корошка это. Это самая настоящая забота о своем стаде. О своем стаде. Потому что прививки и все, чтобы они не болели, чтобы мухи их не кусали. Коровы-то не понимают, конечно, этого, но мистер Джонс очень любит своих девочек. Девочек и мальчиков. А это вот бык. Пожалуйста, вам бычок. Сделают. А так попробуй справься без такой машины с ними. Они же тут тебя затопчут. Видите? Бык-то думает, что он сильный, но он не сильнее машины. Видите, он такой разъяренный. Все, сейчас его отпустят. Надо ходить. Он побежал. Все, бык побежал.
Мистер Джонс, в принципе, ничего не делает, он только смотрит, потому что он как бы у него сил таких нет. У него уже таких сил нет, парни здоровые делают. Он наблюдает. Видите, как он уколы эти. I'm looking at you. How do you know that? А это Дэйва сыночек маленький сидит. Говорит, папа, ты что на меня не смотришь? Он говорит, я на тебя смотрю. Он говорит, нет, ты не смотришь. Такой мальчик. Хороший. Вот смотрите, он сидит тихо, не бегает, не шумит. Ему сказали сидеть на месте, он и сидит. Ждет. Тоже, видите, растет в такой среде. В мире животных. Ну вот подхожу к Рэнди. Посмотрю. I want to see what you doing, Randy. Knocking him. I know. Вот там, видите, я не знаю, не видно, по-моему. Вот они. Ой, а угадайте, кто это? Это же Майк Бёрк помогает нам. Вон он стоит. Видите, он тоже тут. Вот там они медицину им делают. Я вот сюда пришла. Сейчас тоже встану, как Рэнди, буду смотреть сверху. Hey, Mike, how you doing, babe? How you doing? Look at here, what I'm doing. I'm making video again, huh? I'm a cowboy today. I see you helping. You're a good boy. Won't you ride one of them cows? Listen, today? Too bad you wasn't. When you get out there to shoot, you got a duck. Okay. Listen, it's too bad you wasn't on birthday. It was really cool. Yeah. It was very fun party. I came a bunch of tomatoes. I know. I was up north. I know. All my subscribers, they ask, where's Mike Bёрк? Hey. You want to ride a cow today? Oh, who is that? Lynn? It's yeah. Lynn? Yeah. Oh, I call him. It's a cowgirl out there today. Это Лин, это дочь этого мистера Джонса. А я ей звоню, говорю, как найти ранчо. Конечно, ей нет, она не ответила мне, потому что здесь вообще телефоны не работают. Она вон гоняет коров сюда, оказывается. Вот они идут. Got one coming. Yeah. It might not come in there, you're up there. You might need to get down. Why? Because that cow won't come by there. Really? Yeah. Okay. Он говорит, она не идет, потому что меня видит. Okay. Отдыхает. How many you already did before I come? None. Oh, it was first one? Yeah. Oh, wow. I catch you very good, I guess. Видите, сколько тут машин. А моя машина в самом начале, я через все это поле пошла. В таких вот я шлепках. Посмотрите на меня. Ох, блин, там их шугает. Я вот так вот сейчас сниму, попробую. Вся братья здесь, короче, помощники. Идет. Ой, детишки-то маленькие, ребята как всех гонят. Вон она. Вон она их как гоняет. Got a heifer coming. Пошла. Вот я сюда опять вернулась. Смотрю, там ребятки идут маленькие. Видите, а то стадо ждет своих друзей, свою семью. Все ждут друг друга. Конечно, они бедные, не понимают, что происходит. Но это лучше же для них. Это же все для них. Надо же, вот я работала на подсобном хозяйстве, но я не видела никогда вот этого всего. Хотя на подсобном хозяйстве они привязаны к месту. А здесь они, видите, дикие, то их только так, в такую машину надо гнать. Yeah, bring the beef. Mr. Jones, you quiet today. Oh. You quiet today. Yeah. You count your cows? Yeah. Did you get sleep last night? Me? No, granddad. Oh. Did you get sleep last night? Oh, yeah. All right. Good. Got up about 10 times, bro. Yeah.
О, маленький теленочек, он боится зайчика. Видите? Зажимают прям вот в точку. Ни голову, ни тело, а именно шею. Раз, они быстро. Обалдеть. Я хочу посмотреть, как они маленьких будут делать. Вот подготовленный шприц. Вот такое количество медицины они вливают в корову. Как они медицину берут, он, вот эта вот бутылка, видите, он из этой бутылки шприцом достает медицину. Вот так вот. Видите, все уже подготовлены, вот эти штучки. Посмотри сейчас, как он медицину наливает. How you put medicine to syringe? In that bottle right there, that big bottle. Ну разве это не интересно? Разве это не интересно? Это много интереснее, чем магазины какие-то там, я не знаю, которые вообще везде уже есть. А вот это вот, я думаю, что эксклюзив. О, это маленький. Нет, да, маленький. Ну, не такой, хотя они не могут поймать его. Они поймали. Бедненький, он боится, но я думаю, что же такое случилось. Гулял по лесу. Вдруг начали ловить. Видите, вот они набирают этот шприц. А что у него там на боку? Видите, вот у коровы на боку, у нее бородавка, вот мне объяснили, это бородавка, она сейчас немножко сколупнулась, но врач сказал, что он ее обработает. Вот видите, он сейчас ей пообработает обязательно эту бородавку, чтобы ей не было больно, чтобы она не болела и не беспокоила. Он ее отрезал, и обработал ее. Я думала, это доктор, это обычный мужик, который говорит, я все время это делаю. You have cows yourself? How many cows you have? 200. У него 200 коров. Where is your ranch? Here? Up toward Osteen. Oh my God. That's awesome. So you doing your cows from childhood too? Yeah. Is your cows in your blood like in Mr. Jones? He said cows one like one way or another, it's gotten in his blood. He said cows like alcohol. You cannot take it out. That's right. Oh wow. You're all right. Just don't lean back. You got it in, you can't get it out. Yeah. Wow. Look at guys. So that awesome. Hogging, ain't it? Yeah. Maybe I would like love that. To come to your ranch and make a video too. I would love to. It's on the way when you leave here. They can show you. Oh God, I would love to because my people in Russia they go crazy over it. They want to see it. Y'all don't have no cows. They have cows, but they dairy cows. Everything different. Everything cows. Different. Yeah. Yeah. Wow, this is awesome. You guys, so interesting guys. This is amazing. It's much more interesting than stores and Disney parks, you know. Yes, sir. What красавец Дэйв. Hey everybody. Там такой маленький теленочек. Такой маленький сейчас пошел, а потом ушел. Мистер Джон даже засмеялся. Говорит, я думал, говорит, собака идет. О, видите, он пошел. Хочет пойти, что ли, туда, не знаю. Ох, Лин там прям шороху дает им всем. Там пошел.
хочет, вот на маленького он хочет сбрызнуть медициной. То есть у них есть шприцы, а есть просто сбрызгивают они кожу этой медициной. Он бежит бегом обратно. Камин. А, это не маленькие, это большие. Видите, они там сзади. Видите, а там переживающие друзья. О, какая красивая стоит. Переживают, конечно, переживают. Начинает вырываться. С каким пятнышком на лбу. Так что это вот еще один друг мистера Джонса, у которого 200 коров. И он мне сказал, что он меня тоже проведет к себе на ранчо. Мы посмотрим, как у него. Сказал с удовольствием. Он так обрадовался и говорит, с удовольствием я бы хотел, чтобы ты видео сделал моего ранчо. Потому что никто никогда не делал. Конечно, хочется всем, знаете, память. Поэтому у нас еще один друг. Поэтому мы теперь переходим, я так понимаю, на сельское хозяйство. Все, пошла гулять. Будем учиться американскому сельскому хозяйству. Здесь даже есть русские, одна пара русская, у которых одна корова. Они ко мне приходили в банк, и они меня хотели пригласить, но я из банка-то ушла, а теперь мне их не найти. Вот у них одна корова, но они ее доят, они молоко пьют и вот тоже живут здесь в Остине, кстати. Вот видите, они тут все стоят, переживают, это уже обработанные коровы. А вот тут, вот, видите, они гоняют маленьких ребяточек. Они сейчас будут их обрызгивать медициной. О, это детский садик такой красивый. Видите, он обрызгивает их. Вон загнали их. Не знаю, что. Они загнали и сейчас пойдут. Ну а тут, видите, переживают. Тут же половина мамок, они же видят, как детишки их там. Они же не знают, что детишки им будут делать. Они все уставились сюда, смотрят, все. Видите, как мамочки переживают, зайки любимые, красивые. Да, любимые маленькие детишечки там, за забором. Да, видите, как она подошла, смотрит через забор. Вот я иду опять в сторону кабинета врача. Они вдвоем пошли. What are you gonna do there? They're gonna cut them calves. You're gonna go back through there and watch them. Go down through there with them. Yeah, but little babies, what are they gonna do with babies? They're gonna castrate them. What? Castrate them. What does that mean? Take their reproduction organs out. Посмотрите, я иду туда. Let's go right on back through there. Боже, меня бы только не зажали. Там, представляете, их пока кастрируют. Маленьких этих кастрируют. Я говорю, а зачем кастрируют? Для того, чтобы, говорит, мясо больше росло на них. То есть они, чтобы больше были. Ой! Посмотрите, я где нахожусь. Warmer. In case one of them comes chasing her, you better give her a gate, Mike. No, we need a warmer. Warm her? Посмотрите. Yeah. Mike Berg, вообще такой смешной. His daughter's boyfriend, they never had no babies. Wonder why. Короче говоря, ой, ну у них шутки, конечно, да, такие. Черный юмор у них. Я говорю, они будут кастрировать. Кто будет кастрировать? Лин говорит, вот этот, говорит, Марк, который, говорит, в голубой, который в голубой рубашке. Я говорю, а как он знает, как кастрировать? Она говорит, потому что у него раньше всю его жизнь он все это делает. А Майк Берг говорит, он на детях учился на своих, поэтому он знает. Вот такой вот, представляете, шутник. Ужас. Это черный юмор.
Mr. Jones, worry about the kids? You worry about your kids? Like a snake. No, I don't afraid snakes. I don't afraid anything. Yay. I afraid only you. I'm a snaker. Because you have so many guns. Yeah, don't touch that vine. That might маленький. Be poison ivy. Этот самый маленький Steph, такой ходит, да такой малюсенький совсем. О, посмотрите, что они делают. Вот они вот так кастрируют их, боже. Ну, я не буду это показывать, конечно, потому что... Ну, пока, вот они... пока они не обрезали, вот они вот так вот держат их. Боже. Вот посмотрите следующий. Такой маленький совсем. Вот они их кастрируют. Они, конечно, очень переживают, боятся. И сейчас мистер Джонс. Вот они закрывают. Ну, у него тут друзей дофига. Все помогают ему. И дочь, и внук. Он смотрит как. Are you sorry for them? Huh? Are you sorry for them? Oh, no. Why? That's part of the business. Oh. You don't do that in Russia? I don't know. I never see that. Maybe they do, but I never see that. That's what you call castrating them. Yeah, castrate them. Вот видите, следующего. Кстати, они даже не кричат. Потому что я говорю, анестезия там локальная. Единственное, что они их держат, им неприятно. А так... Видите, он побежал, как-то они там... Are you bleeding bad, son? No, not bad at all, none of them. Мистер Джон спрашивает, у них кровоточит, а они говорят, нет, не кровоточит вообще ни у кого. Ну и действительно, вообще кровь не идет, они как-то так делают профессионально все это. Ой, посмотрите, они сейчас меня тут затолчут, малыши-то эти. Во, надо же, видите, они. Показываем все, что происходит, это смеется. Рядом с тонной смеется. Mountain oysters. What? Mountain oysters. What is that? You like mountain oysters? No. Huh? People eat them. Call them mountain oysters. И этот Марк, он очень быстро все делает. Очень быстро он умеет это все раз, раз, раз. Видите? I'm sure it hurt me too. Видите, этот Дэйв говорит, я бы тоже, говорит, плакал. А маленький-то ко мне прижался, он совсем малюточка. Зайчик. Маленький котеночек такой. Они уже сделали вот этого маленького. Короче, у него родилось очень много быков. Почти все быки. И поэтому, вот, как Марк говорит, что-то надо ведь и съедать, и вот эти вот, которых они кастрируют, их будут есть. А некоторые остаются такие вот для того, чтобы плодить телят. Но они как-то знают, как их отбирать, какие можно есть, а какие вот как бы хорошего качества для того, чтобы плодить. А что они тут делают, посмотрим. Вот они, видите, выгоняют их, хотят выгнать их на поле к мамкам. Все, они уже обработаны. Видите, как они их делают. Вот они держат клетку. Ну, как овечка прям. А, вот этот еще не кастрированный у них просто, да. Они проверяют каждого, кастрировать будет сейчас. По-моему, все. Нет, еще один остался у них там. Вот этот вот бычок. Видите, они его загородили. Все, сейчас его уложат на лопатки. Ой, он сильный, смотрите какой, ему ничего и не поймаешь. Вот они его за ноги берут. Все, и за вторую ногу берут. Вот так вот. Вот так вот делается коровий бизнес в Америке. Я говорю мистер Джонс, вам тебе не жалко их? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Потому что это часть бизнеса. Так что вот, я уверена, это делают и в России. Но мы просто это не видели никогда. Я, допустим, не видела никогда. Хотя я работала 3 года на ферме.
Все, видите, даже звука не издают, потому что им дали анестезию, как я сказала. Не режут на живую. They're all of them? Yep. You're next. Все, мистер Джонс спрашивает. I ain't no good. They don't need to spend that time on me. Мистер Джонс говорит, всех сделали. А Майкл Берг говорит, ты следующий. You're next. А он говорит, меня уже не надо, меня уже поздно. Ой, Майк Берг, у него, конечно, шутки-то еще те. Ну что, мы идем по коровьему пути. Вот так вот коровы шли, чтобы им давали медицину. Вот так вот, видите, они идут. И вот здесь их останавливают. Ба-бам! Сейчас как, соединиться? Ну, соединиться, меня-то она не прижмет. Она корову прижимает. Я-то маленькая, худенькая. Вот так. Вышли. Вот там мистер Джонс стоит. Вот так вот выглядят ноги городской дурочки, которая пришла на ферму, ничего не помня. Не одела нормальную обувь, пришла в сланцах загорать. Вот, видите, они встретили все мамы и детишки, все довольны теперь. Все вместе. Вон там, видите, там малюсенький какой-то еще гуляет. Вот, показываю вам медицину, которой обрызгивают телят. Yeah. Все закончили. Been up since about 4. Hey, bud. Say, hey, Mr. Mark. Shake his hand. Give him 5. He's the one that got the cows. He's got boots just like you, Dusty. Посмотрите, у Дастина какие ботинки на каблуках. Как у настоящего ковбоя. Левайс ему купили. Он, смотрите, какие. Вот такие вот ботиночки у нас. И хухры-мухры. Это не у меня. И вот коровы немножко встревоженные, но счастливые. Идут во свояси. Как караван. Как караван идет. I left the Maytown road, Maytown gates open. I didn't even shut it. Why are you shying? Huh? You're shying? Making me blush. Oh, that's nice. That's good. So, guys, I am so appreciated that you showed me all this, you know? That's really awesome. Mark, you are pro. I'll bring you a horse next time. Yeah? Maybe you invite me to your ranch. I'm going to make video, too. I would love to. Okay. What about you? You had a good time, didn't you? Yeah, oh my God, yeah. You should have got in there with us, been a cowgirl. Yeah. I am half of the cowgirl. Yeah, long way from it. Long way from it. No. Long way from half, right? Yeah. Yeah. Huh? Ask Daddy about the wannabe cowboys he's had come down here. Sorry. A lot of them wannabes. You ever seen them, Mark? Yeah. And they're easy to spot. What is? A wannabe cowboy. He wants to be a cowboy, but it ain't in his blood. Mm-hmm. Yeah, Mr. Jones half in the blood, that's for sure. You know, an eggplant? He's a real cowboy. Female by a male? What? The bottom of the eggplant? You're full of shit. Вот это вот трак с таким, видите, прицепом, это марка. Видите лошадь?
Я вот это пропустила. Но лошадь он привез для того, чтобы загонять коров. Это стоило для того, чтобы делать им эти уколы и все, все прочее, что мы видели. Вот эта вот лошадь, красивая, красивая лошадь. Посмотрите, она сделала вначале свою работу. Вот видите, у него собачки здесь есть. Лошадка красивая, девочка, конечно. Вот так, у него три собачки и лошадочка. Понюхала у нас, да, понюхала. Вот такой вот. Вот это я пропустила, жаль. Ну ладно, что ж. Я опоздала на 7 минут, пока ехала, пока искала это ренч, потому что я не знала, где находится. С ним-то ездила. Когда сама не едешь и не знаешь. Ну, там, пожалуйста. Вся эта братья. Там стоит. Вот такой вот интересный у нас сегодня сюжет, девочки и мальчики. Я думаю, что всем он понравится. Потому что когда же мы бы еще увидели такого, если бы не наш милый мистер Джонс. Вообще мне Лин, дочь его, написала. Ты, говорит, идешь в субботу на вот это мероприятие? Я говорю, а что это за мероприятие? Она мне объяснила. Я мистеру Джонсу позвонила. Он говорит, я думал, ты знаешь. Я говорю, ну откуда же я знаю? Я забыла уже. Он говорит, я же тебе говорил раньше. Но я не помню. Так вот они все. Майк Бёрк там что-то рассказывает, смешит всех. Он самый молодой там. А может быть, он ровесник Лин вообще-то. А что я говорю, самый молодой? А Дэйв? Дэйв там еще моложе. А это я сегодня, вот такая вот. Побежала бегом, 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 чтобы успеть на это мероприятие. И слава богу, что успела, теперь вам могу показать. Сегодня, видите, в джинсовом сарафане, как деревенская девчонка. Показываю вокруг, где я стою. Ну вот, мы попрощались с Марком. И он поехал. Повез свою огромную бандуру домой. А я поеду с Майк Бёрком до своей машины. У меня сегодня... You my chauffeur? Yeah, come on. Okay, okay, come on, thank baby. You. Baby. Видишь, как он еще у меня. Окей, Майк. There you go. Everybody missing you, you know? Okay. How are you doing? I'm doing okay. Very good, very good. Yep. We're driving now, ain't we? So, you're gonna tell me now what happened with that letter, with that lady. He's still in the... I didn't do nothing. He's still laying in the house. Because Mr. Jones said that it's very pretty lady. I know she is pretty. Yeah? Yeah, she's pretty lady. She wrote you in English? Yeah, she did. I mean, I liked her. She's okay, pretty. But she wrote you an English letter? Huh? She wrote you English? Yeah, I read it, yeah. Okay, did you understand? Yeah. Oh, very good, okay. She wants me to come over there. Oh, yeah, okay. Вот видите, мы приехали, вот моя машина стоит бедненькая тут. Я подъехала, я не знала, они говорят, что ты ворота открыла бы и въезжала, но я не поехала. У меня машина легковая, поэтому еще застряла бы где-нибудь. Вот Майк открывает ворота. А сзади нас едет Лин. И там и мистер Джонс все едут сзади. Наверное, машину придется отгонять, потому что Марк со своей бандурой еще на меня наедет тут. I'll let you go. Like okay, that. Thank you so much. Yes, it was you. Nice to meet you again. Yeah. Nice to see you again. All right, I'm glad to see you again. Yeah, okay. And I'll talk to you later on. Okay. All right, bye-bye. Мистер Джонс выезжает, это Марк. Мне надо машину отгонять свою. Дик, how often you doing this? How often? About once a year. Once a year? Every time when you had the babies? Huh? Every time when cows have babies? Yeah, they only have them one time a year. Yeah, that's when you do it, right? 9 months. So it's always Mark helping you? Huh? Mark always helping you? Yeah. Wow, that's cool. No, I had different people. Oh. You never did that by yourself? You can't do all that by yourself. How am I gonna no, do No, but all... did you do shots by yourself? How many, Did oh, you yeah. do shots? How many cows did your dad have? When he never did you. Have over 12 or 14. I'm the one that got into the cow business. How old were you when you started buying them? Huh? How old were you when you started well, buying them? Well, I started buying them around when I was around 20.
20 years old? See, I got up to over 200. How old were you then? About 40. You were 40? So you were still working at the plant. Is that when you worked a midnight shift? Oh yeah, I worked three shifts. Three shifts? Look at that, all that property going to Sanford. Yes. Ain't no different than that down property down there where I was, and they still shitting in that. No, they grease the right pockets. Site. Yeah. As next weekend, we rebuilt that whole pen, that whole side, remember? Yeah. Ooh. It'd take a fortune to rebuild that thing now. My opinion, you don't have enough rough cows to really worry about it. If anything, put some new posts in. Oh, them cows there, they ain't no trouble at all. If anything, you put new posts in, and that would make it a little bit stronger through the chute. They bend them, that chute, turn around. That's what I say, see, once I got where I can't do nothing. That's why I say your stuff goes to hell, you know. You need a couple fence or telephone poles to stick in there, right beside the old post. I average it back when I could do something, I averaged about 2 weeks a year on that cow pen. Oh yeah. I'd go over the whole thing. You know what I want to tell you? What? The band was amazing. And your birthday? Yeah. You still didn't see the video I made from your birthday? Uh-uh. Oh my God, it's awesome. Yeah? Yes. No more candy, you want some crackers? I really love it, that's love it. Candy. Dennis playing very good. They're real musicians, ain't they? Oh, yeah, very awesome. Tell them посмотрите на Дэйва и посмотрите на Дасти, на его сына и посмотрите на его сапоги. Where'd you get your boots? Woohoo! Are those your cowboy boots? It's a little cowboy. You riding boots? Being shy. Yeah, being shy. You got light. Bye. Goodbye.